Сотрудники Центра цифровых трансформаций и преподаватели подготовительного факультета Казанского федерального университета завершают разработку уникального мобильного приложения, которое станет отличным помощником для иностранных студентов, испытывающих трудности в изучении русской фонетики. Действительно, бывает очень сложно выработать правильное произношение на русском языке. И вот это приложение во многом призвано им помочь, значит, выработать правильную артикуляцию, и мы очень рады, что у нас как бы эта инициатива случилась так своевременно. Отработка произносительных навыков требует постоянного контроля и коррекции, которые возможны при прямом взаимодействии учащегося и преподавателя. Но поскольку не все иностранные студенты могут приступить к очному обучению из-за ограничений на въезд в страну в связи с эпидемиологической ситуацией, это приложение окажется очень кстати. В эпоху дистанционного обучения приложение может восполнить недостаток живого общения с преподавателем русского языка. На данный момент наша целевая аудитория – это студенты, которые вообще не изучали русский язык. Но по мере развития проекта мы планируем, что будет дополняться корректирующими упражнениями, которые пригодятся студентам, которые уже изучают русский язык, но чья фонетика далека от идеала. В рамках данного проекта использовались уникальные разработки Казанского федерального университета в области виброакустического и психоакустического анализа для распознавания слов, букв, различных лексем, фонем. Используются методы искусственного интеллекта и машинного обучения. То есть мы не только распознаем, но еще и определяем, корректно или некорректно человек сказал и как именно некорректно сказал. Приложение с пока что рабочим названием «Студия РУС» будет в свободном доступе для всех иностранных студентов Казанского федерального университета. Разработка завершится в конце октября и будет доступна на платформе iOS. Некоторые студенты уже протестировали приложение. Мне понравилось, и меня очень удивило. Это было особенно, как удобно это приложение выглядело. Там очень удобно проходить по курсам, и выбираешь, там есть и упражнения, и тесты после каждой, и очень удобно выглядит это приложение. Диана Жленкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.